Идем дальше. Шахматы, борьба, самбо. Это далеко не все виды спорта, в поддержке которых последнюю неделю принял участие проект «Спорт команда России». Все подробности в материале Романа Макарычева. Продолжается совместный проект «Спорт команда России» и Всероссийской федерации самбо по проведению мастер-классов звезд отечественного вида борьбы. На этот раз нюансами выполнения зрелищных приемов от заслуженных мастеров спорта братьев Дмитрия и Ильи Лебедевых смогли познакомиться юные самбисты из Магадана. Этот далекий и суровый город – один из самых самбистских в стране. Самбо здесь занимаются свыше 600 мальчишек и девчонок, кто-то в рамках федеральной программы «Самбо в школу», другие в специализированных секциях. Сборы проходили в течение 3 дней и завершились турниром, в котором приняли участие 300 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.